Всем привет! Сегодня готовим просто картофель. Это очень простое блюдо, которое пришло к нам с Востока. Ребят, так картофель жарят только на Востоке или в Азии. Очень-очень интересный рецепт. Самый простой, просто обычный картофель. Смотрите видео до конца, чтобы не пропустить всех деталей. Погода у нас сейчас не очень, поэтому был специально куплен вот этот казан для дома. Он на 4 литра, и в этом казане мы сегодня будем жарить очень вкусный картофель, по-узбекски я его называю, как жарят его ребята из Узбекистана. Итак, давайте приступим. Что нам для этого нужно? Берем обычный картофель. Его необходимо просто порезать. Порезать его нужно, ну так скажем, специальным образом. Вот на такие, ну сейчас все увидите, я сейчас все покажу. Нарезка здесь немало важна, поэтому обязательно следуйте всем инструкциям. Картофель будем перекладывать в отдельную посуду, который может потом будет закрыть крышкой. Подсаливаем. Ну, где-то чуть больше половины столовой ложки. Самый главный ингредиент этого блюда — это зира, ребята. Ее прям надо вообще не жалеть. Вот. Примерно столовая ложка у меня ушла на вот это количество. И примерно половина столовой ложки молотого кориандра. Соль, зира, молотый кориандр. Теперь накрываем. И все хорошенечко перемешиваем. Его пока отставляем в сторону. Пока картофель у нас набирается соли и специй, мы с вами приготовим лук для подачи. Будем кушать в прикуску. Для этого лук просто полукольцами, репку нарезаем мелко. Так, лучок, столовую ложку уксуса просто смачиваем. Маленькую щепотку соли, чтобы лук дал сок. Совсем немножко перемешиваем, немножко его разминаем. Вот он уже сок начал давать. И обязательно пошинкуем укроп. Он очень дружит с картофелем, вы все это прекрасно понимаете. Без укропа никак. Мелко-мелко необходимо нашинковать. Ну и теперь все это нужно перемешать. Лук для подачи мы приготовили. Его мы пока отставляем в сторонку. А мы с вами переходим к казану и начинаем жарить картофель. И идет у нас второй секретный ингредиент для нашей картошки по-узбекски. Это зигирное масло. Продается на любом рынке. Я думаю, в вашем городе тоже продается. И теперь заливаем. Наливаем его немало. Где-то примерно на наше количество грамм. Около 100 я налил. Разбавляем растительным маслом. Так как картофель должен жариться как во фритюре. Грамм зигирного и 200-250 грамм обычного растительного масла. Теперь ждем, пока масло прокалится. Теперь закидываем как в плов.
по системе плова. Луковицу и обжариваем. Все то же самое. То есть ее надо до черна обжарить. Сюда же мы закидываем несколько зубчиков чеснока. Он также отдаст свой аромат маслу, в котором у нас потом будет жариться картофель. Теперь все это дело мы извлекаем из казана. Теперь закидываем картофель. Мы закидываем вот таким образом. Лишнюю влагу мы не закидываем. Все, ребят, и перемешиваем не часто. Ну, сколько будем жарить, я тогда расскажу. Смотрите, какая симпатичная и вкусная картоха получается. Итак, друзья, где-то 5-7 минут мы ее обжаривали, эту картошку, не больше. Смотрите, какая красота получается, и она готова. Она полностью готова. Я попробовал уже, ребят, вкус нереальный. Включаем. Перекладываем посуду. Зигирное масло делает свое дело, ребят. Обязательно покупайте зигирное масло. Жарьте на нем. Вот такая, ребят, красота получается. Украшаем нашим лучком. Ребят, ну скажите честно, вы хоть раз так картофель жарили? Я уверен, что 100% почти никто так его не жарил. Вы не представляете, какая это вкуснота. Это даже не передать, насколько вкусно и насколько другая картошка получается. Если рецепт вам понравился, ставьте лайки. Пишите комментарии. Ссылочки на казан, где мы его купили для кухни специальные, будут в описании. Всем пока. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.